Уважаемые ухтинцы, взрослые, люди добрые и ребята, мои дорогие внучата, приветствую всех в новогоднем королевстве. Сегодня у нас очень важное событие. Вас пришел поздравить с наступающим Новым годом глава муниципального образования городского округа Ухта, руководитель администрации городского округа Османов Магомед Нурмагомедович. Пожалуйста. Здравствуйте, Дед Мороз. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители. Я искренне рад сегодня приветствовать вас в этом зале. Конечно, если бы не эта ситуация, которая у нас в стране творится, мы бы, наверное, здесь был полный зал, и мы по-другому это все встречали бы где-нибудь на елке и все, но вынуждены. Поэтому мы просим вас прощения. Я надеюсь, что в следующем году все будет абсолютно по-другому. В этом зале собрались родители и школы, те, кем гордится наш город, город Ухта. Знаете, каждому ребенку Бог дает какой-то талант. Вы нашли в себе силу, уверенность для того, чтобы вытащить этот талант и показать то, что вы можете. И я уверен в том, что вы и дальше будете также прославлять не только наш город, но и нашу любимую республику и большую нашу страну, нашу родину Россию. Поэтому искренне рад видеть вас здесь. И здравствуйте еще раз. С Новым годом наступающим. Спасибо. В городе тепло и сыр.